Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ. Вся информация есть в описании под видео, не забывайте вводить по ним при регистрации, и также можете вводить по промокод на 6 уровне, за который вы получите денежку. Итак, сегодня будет очень интересная серия, потому что сегодня очень хорошие новости, как и для меня, так и для вас. И сегодня я вам, в принципе, все расскажу, хотя по названию ролика, я думаю, вы уже догадались. Итак, во-первых, мне пацанчик подарил, получается, квартиру, но самое главное, где эта квартира находится. А находится она в очень классном районе, возле автосалона высокого класса. Вот там автосалон, и вот здесь вот такой вот большой домик, и здесь у меня есть теперь квартирка, возле которой также есть парковка, на которой стоят мои машины. Хата реально классная, потому что всего два таких дома элитных, как бы, и у меня здесь есть квартирка, а квартирку в этого я как бы продал в хоз, потому что зачем мне две квартиры, просто деньги тратят. И здесь, получается, стоят мои машины. Вот, получается, здесь у меня стоит и гелик, и бэшечка. Все по красоте просто. Все по красоте, пацаны. Все шикарненько просто. Фу, блаты, полублаты. Бля, красота просто. Ляпота. Ляпота просто. Ну, теперь нам осталось как бы телепортироваться, получается, в наше новое семейное место, а именно семейный офис, который находится в Арзамасе. А где именно? Вроде бы где-то вот здесь. Опа. Все, да. Мы телепортировались. И теперь, пацаны, у нас есть семейный офис для семьи. Да, конечно, семьей здесь не особо занимаюсь, но подгон реально очень классный. Большое спасибо пацанчику, который мне это все подарил. Итак, давайте я вам проведу экскурсию вообще, что такое семейный офис. Мы это все вместе посмотрим. Я уже третий раз перезаписываю данное видео, потому что у меня почему-то постоянно записи пропадает звук. То есть я записал видос, потом смотрю как бы исходники, и у меня просто нет звука. Я не знаю, в чем проблема, но третий раз перезаписываю. Это уже очень сильно, но надеюсь, в этот раз будет все хорошо. Так, управление офисом, смотрим, что у нас здесь есть. Налог на офис как бы есть, автопарк офиса. Я купил машину, чуть позже вам покажу, в принципе, и расскажу, как вообще это делается. Так, продать офис государству, продать офис игрокам, магические талоны, в принципе. Вот такая вот тема у нас есть, получается. Ну и больше здесь ничего нету. Также есть семейные задания, которые мы можем выполнять. Одобрение семейных заданий осталось 7 часов. Есть как бы сейчас задание транспортировка денег между банками. Транспортируете деньги, то есть перевозите. И я так понял, другие семьи должны на вас напасть, а ваша задача довести их до другого банка и не потерять ничего. Ну, вроде бы как-то так я это себе представляю. Точно я как бы не знаю. Сейчас давайте, я думаю, спустимся вниз. Я вам покажу вообще автопарк, как бы машины. Хотя у нас она только одна. Но я вам просто покажу, как это все выглядит. Я вам просто покажу, как выглядит вообще автопарк. Ну, точнее, парковочка. И что вообще нужно делать, чтобы взять машину. Вы, получается, подходите сюда, нажимаете паркинг и спускаетесь как бы на подземную парковку. И здесь вы можете взять машину. Пока что у нас она одна, потому что там очень как бы сложная система, о которой я вам сейчас расскажу. Чтобы как бы машину перекинуть на семью, нужны биткоины. Но первую машину вы можете перекинуть за 500 биткоинов. Ну а вторую машину и дальше вы можете закинуть за 10 тысяч репутации и 500 биткоинов. Но в том проблема, то что у нас семья малоактивная, здесь почти нет людей. И поэтому у нас всего лишь 6 тысяч репутаций. То есть еще вторую машину я пока что позволить не могу нам закинуть, потому что нам нужна репутация. Как зарабатывается репутация? Репутацию зарабатывать очень легко и просто. Как бы каждый payday, если члены семьи как бы в игре, с каждого человека идет, получается, баллы, которые капают семью. То есть вот этот опыт, он как бы накапливается, в принципе. То есть чем больше вы играете, тем больше у нас будет репутации семьи. То есть каждый payday дается репутация семьи, которая капает именно вот сюда. А нам еще надо 3500 репутаций, чтобы еще одну машину купить. Вот эту машину я купил за 1 миллион 800 тысяч. Да, она, конечно, не супер классная. Она не ФТ. Ну, у нее есть тюнинг, но не полный. Но я думаю, на первое время хватит, потому что она четырехместная. У кого нету машины, будете как бы вместе кататься. Я считаю, это лучше, чем ничего. Да, типа, это вам не Мерседес, это не Бугатти. Это просто Додж.
фургон такой, минивэн, так сказать. Но, думаю, на первое время, в принципе, хватит. Тем более у нас людей в семье почти нету. Там 11 человек, и то из них играет, может быть, 2-3 человека. Так, вот сдать машину тоже. Вот подъезжаете, сигналите, все, машину вы сдали. В принципе, все, больше вам показывать нечего. Просто я перед этим записывал 2 раза. Я там намного больше информации показывал и рассказывал, но там не записался звук. Поэтому, как бы, что смог, то показал, рассказал. Вот здесь, получается, есть информация о семье. Если что, что-то непонятно, можете подойти, как бы, почитать, если что. Семью я, пацаны, буду принимать на стримах, поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Ну, не забывайте еще подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.